То мне утром кусты сказал их не убирать высокие. И они колышутся от ветра, когда не погода. А сегодня посмотрел, я их убирал уже, там снег застыл. А сегодня только поговорил об этом такой. Хотел пойти, а уже Володя там с веником стоит. Видишь как? Только намек дал. Вот он все. Она теперь колышется. Трава это засохшие цветы. Вот храм закрывает. Сейчас все сделал. Пиш там затопил в храме. А теперь вот идет домой. Старенький, если что, туманится, неся невозможно. Володя пошел на работу. Три поклона. Так, выходит. Тут кто-то у машины что-то делает. Сейчас Владимир разберется. Он еще не выходил, только снимает. Не здоровается, ничего, видать, никакая машина. Это так, не наша. Непонятно, кто. Что за люди тут приехали к нам, к воротам нашим? Что-то шланг и канистра качает, видимо.
Один без головного убора, а другой с башлыком. Приблизить не дается. Володя работает. Расчищает дорогу, чтобы заходить в машину можно было. Там лопата. Ясное дело, что он болеть не будет. Движение, кровь циркулирует хорошо. Ну, время уже 7 часов. Подходить будут 17 минут. Посмотрим, от кого Бог послал. Сестра приехала. Вот она где. Понятно. О, гликерия вышла. Благослови ее, Господи. Баба Надя тут что-то им преподает. Вот она. Кукла у ней светящаяся, пикает все. Видишь, как хорошо. Баба, деда и внучка. Пошла, наверное, качаться будет. Кто-то стучится. Кто? Заходи быстрее. О, кто пришел ты ко мне. Что-то левой рукой крестится. Можете, только мандаринки снимите. А что это такое? Мандаринки.
Мазаренки, да, это дядя Володя может поесть. Кушайте на здоровье. Все, пошла. Ну ладно, спаси Христос. Хорошо, закрывай дверь. Закрывай дверь. Все, давай. Давай. Ну, девчонка, огонь. Дядя Володя тут принесли мандаринки. Мандаринки, вот это да. Я не ем их никогда. Считаю отравой. Хорошее дело. Старик-то. Это Володя с ведрами идет. Помаленьку шатается. Интересно так. Так. Все. А здесь никого уже и нету. Табуреточка одна стоит. А, вон что. Дядя-то идет, вот он воду несет. А Гликерия-то вот она где. Она вышла навстречу ему. Вон дядя идет. Это деда, она зовет его братка. Так, а тут у меня за окном воробушки, галья, эти желанчики. Этот куст у меня определяет ветер. Вот это. Добрая гликерия. Владимир Иванович Пенкин. Какая фамилия вкусная. Так вот. Сидела баба, теперь маленькая сидит. Хорошо в частном доме. Здесь я вышел гулять. 50 метров туда, вот отсюда, из-под лестницы от дома. И до 50, а дальше 60. Туда-сюда прошел один раз. 100 метров. 20 раз прошел я. Туда прогуливался. 2 километра за плечами. Все. Вот так закрыли. За окном у меня воробьи. Около полсотни их. Не очень-то тут так смотрится. Все сидят воробушки. Один прилетел, и отходы дают от голубей, и семечки.
не делать резких движений, и можно многое снять. Вот тут корыца внизу, и они там клюют. Ну, стекла-то были бы лучше промыты. А внутри там семечки желаны залетают. Вот тут внизу-то видно, там шевелятся. Эти-то наверху сидят 4, а там до десятка больше. По переменке. Я каждый день им подсыпаю. Вот сколько их тут только на этом, на кормушке сидят. Это на расстоянии полметра, ну, 60 сантиметров может быть. Зима. Есть всем охота. Вон они внизу шевелятся. Ну, можно увидеть. Все дерутся. Ну, дерутся так, нарочно. Не как петухи. Вот так. Все на этом. Володя пошел. Бог да благослови тебя. Господи, благослови и укрепи. И сестру нашу в болезни, лежащую в больнице, освободи от чревоугодия. И лишний вес ожирения убери с нее. Путешествующий брата Акима Валентину возврати в мире. Тебе, Господи, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Не забывай, что я говорил, там сверло свое принести. Вот так, теперь я подхожу сюда. Вот он пошел. О. Брат Владимир на работу каждое утро уходит. Уже маленько светать начинает. Ничего больше нету. Вот все отвязывает. Там у нас и ключ еще есть, можно запереть. Аллилуйя. Вот такое время наше. Показать у нас в комнате Евангелия лежат. Здесь книги. 30 томов открытым оком. Вот показать попутно. Вот такой Новый Завет с полным толкованием с Откровения. Впервые вышел за 2000 лет. Очень удобно. Второй том это противосектантский. Третий том синий. Где он? Не вижу я. Третий том. Ага. Он провалился туда дальше. Вон там подоткнули. Здесь календари. Икона.
Слава Христу. Все, Господи, благослови. Снег, суббота, вечер. После богослужения выходят. Вот выходит из храма. Любовь Николаевна вышла, девчонки. Машина выезжает. Тут машина тоже выходит, набивается. Сегодня мало людей было. Снег. Где-то, видимо, заносы есть. Что значит быть не одному? Сосед, гляжу, обезножил старик. Сегодня выползает прямо на коленках. Похоже, Севастьян поехал. Вот так. Потянулся. Благослови, Господи. Все, милостью Божией выезжают все. Мало машин было, а то бывает побольше. Надежде Васильевне, гости. Сергей Павлович Пупков выехал. Вот можно не выходить, благословлять людей удобно. Благослови, Господи. Богу нашему слава. Так, ну-ка, мне надо то сюда будет маленечко. Сади туда, вон рядом с ним, иди. Это место на клавиатуре. Вот Володя пошел. Вот он идет. На работу. За ним Игорь заезжает.
идет хорошо, бодро. Вот. Три поклона. Благослови его, Господи, милостью Твоею. Хвала Тебе, наш сладчайший Иисус. И мысли наши да будут о горнем, о вечном, о радости. Провода Игорю ему отдает, он греет машину тут, когда бывает. Все, инструмент с собой берет. Ага, от снега обколотить ботинки. Все. Готово в дальний путь. Дебунов Игорь Владимирович, а этот Владимир Александрович. Владимир, Александр, Николай, Михаил, Игорь. Вот четыре имени. Собачка тут. У нас четыре чтеца и все Игори. Из них два Игоря Владимировича. Вот она пошла. Володя ночью ходил, я слежу за ним. О, я за тобой следил, как ты ходил, как бегом бежал. Хорошо, очень удобно. Мать говорит, когда Тихон идет овечек проведать ночью, говорит, а я сразу запираю, чтобы никто не зашел. А если его там кто-то что-то как-то, говорит, я сразу открываю, говорит, трубу. В русская печь, говорит, и в трубу туда кричать, говорит, это далеко слышно будет. Правильно рассуждает. А так-то двое погибнутые. Спит вовсю. Оп. Глаза открыл. Залез в гнездышко. Бедные лапки все положил. Не вмещается, видать. Вот любит же туда заходить. Как лиса какая. Мордочка какая. Зауженная от лапами прикрыл ее. Где Паля-то? Паля, иди к нему. Паля, иди скорее. Вот она где. Вот она к нему. Ну все, все. Все, оставайся одна. Иди, все открыто. Ну вот и пришла сейчас. Дай-ка рыбку там это, сушеную. Я раз прибежала, я не думал. Вот он ползет тоже. Давай. Настя. Рыбочку поешь, на. Вот, на, рыбку ешь. На. Он не ест, не хочет, а? Давай, вот играть ему надо. Смотри, какая рыба. Это гальян такой я принес. Вот он, гальян какой. Вот, держи, вот он, держи. Ну. Очень любят рыбу сушеную. Воскресенье утром, вот сейчас 6:56. Володя там уже убирает везде снег. Ну, ему платят как истопнику, что убирает тут сколько-то. Не знаю.
Сегодня воскресенье, вот утром встал, не выходил на улицу еще. Видно, какая погода. Это снежинки пролетают. А вот здесь совсем мало почему-то. Вот при входе. Значит, тут завихрение идет, они беспорядочно двигаются. А кустик этот замерз, и не видно колебания. Я нарву разные полыни где-нибудь найду, поставлю поближе к забору. Вот так. Воскресенье сегодня. 25-е должно быть.